Отлично, Сэм. Оружие, которое ты вернул, техники называют пушки-липучки. Так или иначе, ты не виноват. Нам самим нужно было лучше следить. Проверим груз. Похоже, большое число тебе удалось вернуть. Хорошо. Могло быть гораздо хуже. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Thank you.
О, привет, Сэм. Бриджес, я полагаю. Тут сказано клиент, сама Фреджа. Осторожно, груз крайне хрупкий. Фрэджайл, проклятие, это был он. О чем ты говоришь? Я взял посылку для тебя из озерного узла. Подожди, я не жду никакой посылки. Он сказал, клиент сама Фрэджайл, система не работала, поэтому какой-то курьер Бриджес вручил мне ее лично. Кто? Короче, это был Хиггс. Давай, я должна посмотреть. Свое. Таймер уже запущен. Его не остановить. У нас только один вариант. Сэм, от нее надо избавиться. Отнеси ее в кратер у южного узла. Это смоляная яма, считай бездонная. Если швырнуть бомбу туда, может и обойдется. Так, Сэм, на карте отмечено озеро в кратере. Доставь бомбу туда, скорее.
от бомбы. Еще бы чуть-чуть и все. Ты спас город и всех его жителей. Ты молодец, в отличие от меня. Может, средний узел было не спасти. Но южный уцелел. Благодаря мне и тебе. Что произошло? К тому времени, как я раскусила его план, бомба была уже у городских ворот. Я проследила за грузовиком и каким-то чудом сумела вынести ее оттуда. Но Хиггс видел меня насквозь. Он схватил меня у самых ворот. Я прижимала бомбу к себе, как ребенка. И в наказание он заставил меня раздеться, а потом вызвал дождь. Фред Джайл, послушай, у меня к тебе предложение. Ты хочешь доживать свои дни в виде порченного груза? Или ты готова пожертвовать собой ради груза? Ближе к делу. Хорошо. Если ты хочешь спасти себя, надо только прыгнуть. Но если в тебе действительно вдруг взыграл альтруизм, тебе нужно будет донести мою бомбу до бездонной ямы и бросить туда. Ну да, ты спасешь целый город. Только вот тебе придется пройти голый под дождем. Потеряешь кусок жизни, зато город проживет дольше. А что, вполне справедливый обмен? Видишь?
Знаешь ли, мне мое лицо не очень нравится. Вот я его и прячу. Но ты-то... ты свое просто обожаешь. Папина красавица, да? О, нет. Не переживай. Лицо я не попорчу. Я хочу, чтобы оно служило тебе напоминанием. Да. Зачем ты это сделал? Зачем ты меня предал? Я нашел того, кто меня дополняет. От кого не нужно прятаться за маской. О! Имей в виду, даже если ты спасешь этот город, ты навсегда останешься маньячкой, взорвавшей средний узел. Эту красивую мордашку всегда будут считать лицом террористки. За тобой будет вечная охота, уж я-то знаю. И даже если тебя простят, ты все равно сломаешься. Ну, что ты решила? Давай мне груз. Я рискну. Меня так просто не сломать. Ну что ж, желаю удачи. Давай мне груз. Я рискну. Меня так просто не сломать. Давай мне груз. Я рискну. Меня так просто не сломать. Мое имя Фрэджайл, но я не хрупкая. Вот видишь, ты настоящий герой. Ты поступила правильно. А это твое. Я не герой, Сэм. Я сделала выбор. И до сих пор жалею. Надо было просто прыгнуть, и я бы спаслась. Но вместо этого ты спасла город. А еще подарила людям надежду. Мне осталось спасти еще одного человека. Хикс очень пожалеет, что со мной связался. Ты его убьешь? Не могу. Он стал намного сильнее, чем раньше. Но ты бы справился. Ты, да.
Только обещай, что ты оставишь его в живых. Я хочу поговорить с ним лицом к лицу. Разве ты способна пытать людей? О, да. Хочу знать, зачем он меня предал. Есть будешь? Сэм, не забудь, что тебя ждут с припасами в Южном узле. Потрясающе, Сэм. Теперь доставь груз в Южный узел и подключи этих людей к сети. Stands a shadow of a man shaped just like me. My curiosity keeps me confused. But still I stand here on my own. With nothing left to lose. And then I
Очень рад тебя видеть. Ты не знаешь, как долго мы об этом мечтали. Здесь многим тяжело. Начнем с тех, кто больше всех нуждается. Судя по количеству, думаю, тут на всех хватит. Мы очень тебе благодарны. Значит, хиральная сеть наконец-то становится реальностью. Невероятно. Просто невероятно. Словно сон. Но если это не сон, то да, мы хотим в этом участвовать. Без посторонней помощи мы вряд ли бы выжили. Хиральная сеть может многое изменить, облегчить ремонт.
Она поможет нам наконец-то встать на ноги. Знаешь, это драгоценный дар. Когда мы потеряли средний узел, казалось, что насилие не прекратится. Мне казалось, что каждый день может стать последним. И все-таки мы живы. Милостью. Ну да. Скажем так, я не верю в чудеса и удачу. Совсем. Я верю в людей. И нас спасли именно люди. Как ты сегодня. А теперь наш черед собрать все, что осталось, и помочь другим. Извини, я должен раздать это всем. Спасибо тебе от нас. Отлично, Сэм. Я вижу, что припасы уже готовы. Думаю, ты и сам знаешь, что с ними нужно поаккуратнее. Сэм, пропала связь с Амелией. Вызовы шли через вторую систему. Возможно, проблема на линии. Я разберусь. Надеюсь, ничего серьезного. Сэм, я обнаружила хиральный всплеск. Совсем рядом с тобой. Все показатели зашкаливают. Может, это из-за него у нас был сбой. Выясни, чем это вызвано. Это может представлять опасность для узлов. Thank you.